Всем привет! Вот вернулся с выставки Лепсы 2022. Впечатлений, честно говоря, целая куча. Хотелось бы подвести какие-то итоги. Ну, немножко расскажу про эту выставку. В первый раз я побывал на ней в 2019, последнем доковидном году. И это был действительно взрыв. Взрыв моего сознания. Что я увидел такие подходы, которые не характерны для того региона, где я развожу скот. Напомню, что я развожу скот в Североказахстанской области, у нас там есть как бы своя специфика. Здесь же выставка проходила в Алматинской области, и там абсолютно все по-другому. В первую очередь, ну это, конечно же, земля разная, и исходя из этого уже формируются все остальные различия. То есть там есть большой массив пастбищ, который находится в горах, так называемый Джайляу, да, вот есть огромный массив, который находится в песках, вот эти пески как бы граничат, ну, до Алаколя они не доходят, но вот пески, прям песочные пески, как приблизительно при Балхашье, как приблизительно вот рядом с Копчегаем, если вы были в тех районах, и вот все стадо поделено приблизительно на две равные группы, вот часть находится в горах, все, весь пастбищный сезон, а часть находится в песках, тоже весь пастбищный сезон, и на зимовку они тоже в песках становятся. Там есть такая огороженная площадка, где происходит непосредственно кормление скота. Вот, я был в шоке от того, насколько хорошая упитанность была у обеих групп скота. Ну, для горных пастбищ это, конечно, неудивительно, но скот, который стоит в песках, он просто какой-то невероятный. Немножко расскажу про это хозяйство. В 2014, может быть, даже 2015 было завезено поголовье из США и из Австралии, если я не ошибаюсь, и сразу привезли порядка 6000 голов. То есть 6000 голов – это огромное стадо. И это огромное даже для тех, кто давно занимается животными и кто, в принципе, имеет определенный опыт занятий с ними. Здесь же люди как бы особого опыта не имели, но рискнули и завезли сразу же огромное количество животных. Сопровождали их американские консультанты, помогли выстроить инфраструктуру. Ну и, в принципе, вот уже, получается, 6-7 год люди работают, как бы, я скажу, одно из крупнейших, одно из лучших хозяйств. В целом, в общем и целом, выставка была также очень крутой, вот именно в части организации. То есть была достаточно большая такая программа развлекательная. То есть была Аламан Байга, Казахшак Курейс, выступления как бы известных исполнителей. Вот был гость в этот раз Пирасу Жугунусов. У него очень крутые песни, оказывается, я многие песни эти знаю. Вот. И был конкурс быков. Конкурс быков был, я так или иначе у себя в Инстаграме его освещал. Вот. Быки действительно были шикарные. В этот раз было очень много пород относительно. То есть была, само собой, казахская белоголовая, был кирифорд, был ангус, была калмыцкая. Была калмыцкая, и вот калмыцкий бык, он такой очень интересный. Я тоже выкладывал его фотографии. Его выход, ну то есть парень такой опасный, но в целом он достаточно прилично себя вел, никого не провоцировал, молодец. Также впервые вообще на выставке приехал бык породы лимузин из Курдая. То есть лимузинская порода очень маленькая, в Казахстане их порядка, я вот разговаривал с руководителем породы, их порядка 350 голов. И это очень круто. А один момент, который бы я хотел отметить, что очень жаль, что в этот раз не приехала другая наша очень важная, очень крутая порода, ауликольская. То есть ауликольского скота не было вообще. Но я считаю, это неправильно, выставка достаточно серьезная, выставка достаточно масштабная. То есть были люди из Актюбинска, были люди из Североказахстанской области, из Восточно-Казахстанской области, из Алматинской области, из Джамбульской области, да. Вот, но почему-то не приехала ни одно животное породы ауликоль. Я считаю, что это неправильно. Вот. Конечно, небольшие помарочки были, но это помарочки, знаете, на общем фоне как бы восхитительного мероприятия, они незаметные. Вот, может быть, потому что я в свое время работал тоже в
индустрии развлечений, я на эти вещи так обращаю внимание. Вот. И я очень сильно надеюсь, что на следующий год будет проведен также хороший, качественный аукцион, скажем так, то есть открытый, с ведущим хорошим, с хорошими ставками. В целом скот, который приехал на выставку, я не могу сказать про другие породы, но скот, который приехал на выставку, в целом был продан дороже рынка. Вот это здорово. Безусловно, ну, заводчики, которые скот привезли, они говорят, что там, ну, вот эта, мол, премия, она не компенсирует наши затраты. Но я говорю, что это больше такая рекламная акция. А своих быков. Своих быков я не повез. Расскажу немножко почему. И честно скажу, я оценил так риски, да. И я подумал, что, ну, достаточно большие риски. Я не готов на эти риски, как говорится, идти. Вот. Поэтому я решил своих быков не вести. И, ну, готовлюсь под следующий раз, как говорится. Поэтому очень жаль, но мои быки были бы на уровне, скажем, насчет первого места я немножко как бы сомневаюсь, честно сказать, потому что, ну, приехали очень такие удачные, очень клевые, очень яркие экземпляры. Но вот, ну, посоревноваться было бы интересно, По сути, там было два лидера, вот тот, который победил, и еще один бык. То есть они были практически, ну вот, как говорится, ноздря в ноздрю. Но вот этот второй бык вел себя не очень хорошо. А мы прекрасно с вами знаем, что агрессивность — это наследуемый фактор. Да? Наследуемый фактор, который передается потомству, передается сыновьям, передается дочерям. И принимая во внимание, что от одного быка мы рассчитываем получить, грубо говоря, от 15 до 30 телят, да? От 15 до 30 телят, то для нас это, ну, как бы достаточно важен такой момент, чтобы животное было спокойным. На выставке этот бычок себя показал как немножко агрессивный персонаж. Соответственно, ну, из-за этого он не взял первое место, хотя у него были все шансы. Поэтому обращайте внимание также на спокойствие животных, когда вы их выбираете. Вот на этом все. Если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте. Постараюсь более развернуто рассказать про эту выставку. Всем счастливо, на связи.